Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем обзор растений, которые легко вырастить в домашних условиях. В данном случае представлено такое вот красивое растение, Сантадейская Рихмана. Рихмана еще называют ее, розовый арум, пинкала. Это все название одного и того же растения. Это розовая кала. Родина ЮАР, оттуда она пришла. Потом были выведены многие гибриды на основе этих цветов. Они имеют окраску от таких вот розовых, желтых, гранатовые есть. Все это пошло от одного прародителя. Цветок имеет высоту около 50 сантиметров. Вот такие вот узкие острые листики. Цветет с июня по сентябрь, может жить на южных окнах, любит плодородную легкую почву и слегка повышенный полив. Это все для того, чтобы эффективно выращивать вот такое вот красивое растение. Обратите внимание, насколько оно такое нежное, изящное. Я думаю, что оно может украшать любое помещение. Цветы очень долго цветут, их может быть несколько. Зимой они впадают в спячку, размножаются клубнями или семенами. Но в основном клубнями, конечно. Если у вас есть дети, то это растение должно быть недоступно для детей, так как все части его являются слегка ядовитыми и может вызвать острую рвоту, опухоль во рту, если ребенок или взрослый съест вот эту часть этого растения. Такое вот есть у него неприятное свойство. А так, прекрасное растение, которое может радовать вас. Заходите, смотрите другие обзоры. У нас цветов очень много, и я постараюсь выложить их для того, чтобы вы могли определиться с растением для вашего помещения. Всем спасибо за внимание. До свидания.